И в продолжении уже скоро в поселке Искатели откроется новая объездная дорога, и добираться до города местным жителям будет гораздо удобнее. Напомню, возведение транспортного участка занимается компания «Наринмар-Дуремстрой». Сейчас работы на объекте постепенно завершаются, а по замыслу строителей новая дорога должна разгрузить улицу Юбилейная и открыть более удобный проезд к Тиманской и Озерной. Все подробности у наших коллег. Сейчас работы на объекте выполнены на 90%. Уже начинается укладка асфальта на последнем участке, который ведет непосредственно в поселок Искателей. По словам строителей, новая объездная дорога будет сдана вовремя, согласно всем условиям контракта. Кроме укладки полотна, сейчас ведутся работы по нанесению разметки, установке специальных знаков и укреплению обочины. Для асфальтирования магистральной дороги Наринмар-Даримстроем было заказано 400 тонн битума и 9 тысяч тонн щебня. Эту объездную дорогу начали строить 2 года назад. Общая стоимость заключенного с подрядчиком контракта составляет порядка 260 миллионов рублей. Больше половины суммы было выделено из федерального бюджета. Протяженность дорожного полотна составит почти 2 километра. Ширина проезжей части 7 метров. Согласно контракту, объект должны сдать не позднее 30 октября. Впрочем, по словам начальника бригады Игоря Кользина, работы ведутся с опережением графика. Материалов, техники хватает, поэтому открыть проезд могут и раньше. Но мы постараемся закончить раньше, запустить движение и все сдать. Какие-то опасения есть, что что-то может помешать? Нет, опасений нету. В принципе, у нас все есть, материал есть, все есть. Погода только, пускай чуть-чуть подержится без морозов. Все будет нормально. Сроки сдачи объекта обсуждали еще в начале сентября, во время встречи главы региона с руководством предприятия. Тогда исполняющий обязанности директора Наринмар-Даримстроя Владимир Дадов сообщил Александру Цибульскому, что, несмотря на имеющиеся сложности, дорогу должны построить раньше срока. В принципе, мы идем в работу в графике, даже при всех логистических проблемах, там еще масса других проблем. Финансовые проблемы, потому что последний транш там с НМК там очень не заходил. Но все решили? Все решили, да. В течение 15 дней мы уложим весь асфальт. А дальше останется? Дальше останется откосы, установка барьер, до 1 октября. До 1 октября, ну, пусть. Может быть, там еще неделю мы не вывезем. Неделю-две. Но это погодные условия могут позволять работать. Да, объездная дорога должна снизить нагрузку на улицу Юбилейная и открыть более удобный проезд к Монтажников и Озерной. В таком случае жителям Искателей при выезде в сторону окружной столицы больше не придется объезжать едва ли не весь поселок. Разгрузить движение и сделать более кратчайший путь с города в Искатели. Также еще автобусные, 2 автобусные остановки. Будет дополнительный маршрут ходить к нефтебазе, чтобы работники нефтебазы добирались уже на автобусе, а не пешком. А вот работы по возведению моста через Захребетную Курью полностью закончены. Здесь дорожники не подвели. Строительство объекта завершено в срок. Иван Кутенников, Сергей Качегов, телеканал «Север».